Привет, привет. Нам сейчас для нашего блюда понадобится вот такой армянский лаваш. Можно, конечно, заменить его каким-нибудь другим, но мы выбрали его, так как он очень свежий, мягкий и то, что надо для нашего блюда. И будем мы сейчас его вот таким вот образом резать. Нам вообще надо его вот так, наверное, да? Через центр желательно. Можно вот так. Вообще армянский лаваш и по ихней культуре резать нельзя. Это как бы его надо ломать частями. Но у нас культура другая, поэтому мы можем спокойно себе позволить его резать. У них считается, что если его резать, это будет не очень хорошо все в вашем доме и в вашей семье, как бы не будет типа благополучия. Дурной тон. Так. И этот мы разрежем еще на три куска. И сейчас будем вылаживать его таким образом сюда, посмотрим, что у нас получилось. Можно будет его немножко укоротить. Поменяй просто длину. Ну, в принципе, вот так довольно-таки неплохо легло. Включаем нашу варочную панель, ставим где-то на шестерочку можно. Сейчас мы это аккуратно убираем. Так, вытрушиваем крошки и добавляем сюда оливковое масло. Есть. Масло добавлено. Так. И обратно это все вылаживаем. Можно вот так сделать хлебом. Лавашом, точнее, не хлебом. Это я подсмотрел этот рецепт у одного американского блогера. Тоже кулинарного. Все. И даем немножко ему обжариться. И теперь вылаживаем сюда колбасу. Ну, уже я чувствую, как она нагревается, пошло тепло. Ну, такая вот будет у нас пицца. На сковороде. Здесь мы чуть-чуть колбасы убрали, так как будет наш есть ребенок. А вот тут мы вот таким образом делаем. Перемешиваем и даем ей немного обжариться. Сейчас будем выливать яйцо. Все, и выливаем сейчас наше яйцо сюда. Так, и теперь немного надо посолить.
Кто хочет, можно и поперчить. Этот странный шум за кадром работает вытяжка. Все, дадим немножко обжарить. Оно немножко обжарилось, и теперь нам надо сделать вот таким образом, чтобы весь лаваш попал, на весь лаваш попало яйцо. Прижать его, скажем, туда. Вот так прям можно это сделать руками. Видите, как яйцо прям туда попадает. Все, лавашик стал горячий. Прям не представляете, насколько это аппетитно. А может и представляете. И накрываем крышкой на 5 минут. И прошу всех к столу. Готова наша яйца-пицца. Сейчас мы ее будем снимать. Блин. Надо лопатка. Вот так. Раз. Теперь, значит, смотрите, что мы делаем дальше. Как это будет круто, например, подать. Мы это сейчас берем, разрезаем. И если у вас есть досточки, например, такие. Так. И так. Вот такие куски получаются. И теперь мы сейчас сделаем вот такую вещь. Для того, чтобы это все нормально и шло, я буду использовать Пепси. Вы можете использовать сок, чай, что вам понравится. Вот, я больше люблю Пепси. Теперь мы делаем вот таким образом. Добавляем прям сюда соус. Раз. Добавили немного майонеза, ну или тех соусов, которые вам больше нравятся. Вот так, два. Все, и вот у нас еще есть третий соус, но мы добавлять его не будем, нам пока будет достаточно. Теперь берем нашу яйцепиццу вот таким образом. Горячий лаваш, то есть посмотрите на него. Обжаренная колбаса, теперь вот таким образом макаем сюда. Мозги сносит с утра вообще нереально. Может быть, не совсем полезно, но это сверхвкусно. Я просто тороплюсь на работу. Тут поджарилась, хрустит корочка. И, как обычно, слова напутствия. Чтобы быть здоровым, поменьше ешьте. А скажи-ка, как тебе пицца? Подобие пиццы. Вкусная? А ну покажи, как ты кусаешь. Она уже остыла, да? То, что надо для тебя. Конечно, я бы такое ел каждый день, особенно если бы не готовили, да? В садик идешь?